И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, как всегда, отличное настроение. И сегодня мы играем движушка, яблочко, Димас, Проент, Слик и мой сын Ярик. Ну и Димас. Ребята, поздоровайтесь. Здравствуйте всем. Привет! Привет! Как вы догадались, если на фоне стоят танки, значит у нас сегодня будет танковые баталии. Ну то есть, можно даже сказать, World of Tanks в Гаррис Мод. Ну что, отчет. Раз, два, три, бой начался. Все, ребята, каждый зам за себя. Странно, что-то мне так Гаррис Мод начал проседать. Может, какие-то цвета просто ребята поприменяли или материалы? Ай! Так, я вижу, едет. Давайте вот так вот возьмем. Тихо, задний. Есть, не попал. Опа! Валим отсюда! Ай! На! Уходим. Он не попадет, когда я буду так ехать быстро. Не-не-не-не-не, никак. Почему меня стреляет? Никак, блин, у меня слайд-шоу, у меня что-то провисает. У меня 6 танков просто из-за того, что... А, не, 5. Блин. Прощай, синий. Нет! Я хочу жить! Я буду жить. Нет, ты не будешь. Я буду жить. Смотрим. А я не синий. Я выбыл из игры. Вижу, красный едет, вижу. Будем сейчас на дальнее расстояние лупить. Выбыл из игры. Так. Если что, я черненький танк. Поняли. Димас, ты говорил, тут кустиков нету. Есть? Вали! Тихо, по мне кто-то попадает. Вижу. Вонючка! Не попал, красиво едет. Валит, блин, ну классно. Ребята, кто из вас играл в Гаррис Мод танковые баталии? А ну-ка, сознайтесь. Минус Ярик. Ребята, Ярика нет. Так, Димас, ты где? Ты по мне попал? Ты где? Я тебя не могу найти. Подожди, да. Какого цвета танк, получается, умер? Кто меня покрасил? Алло. А, все, вижу тебя. Ярик, ты офигел в край. Потому что это был прозрачный. А я вижу их, вот они все вместе. Это здесь. Не я, слышь, черный, это... Давай. На, против есть. Тебя. Кто по мне попадает? Это кто? Это было красиво. На, получай. Да. Так, Слика нет. Кто остался? Какого цвета там? Ой, горит прям, смотрите, ребята. Какой цвет там остался танка? Розово-прозрачный немножко, слегка. Понял, я еду его добивать. А где ты? Я... Так, потому что ты сейчас только что черного... Есть! Ты откуда был? Ты... А, ты синий, что... Нет, погоди, ты не синий. Кто бы его сделал прозрачным? Все, ребята, второй бой на БТРах. БТР жестко стреляет. Надо быть внимательным. Тихо. Валим, уезжаем. Ой, ясно, кто это был. Опа, Ярик слился. Они так много сносят. Так, конечно, меня стреляли, пока я разговаривал. Ну, это ваши проблемы, потенциально. Надо гасить. Так, я на такой хорошей позиции. Кто-то со спины меня гасил. Давайте посмотрим, кто же из них затащит. Так, а кто остался? Синий и зеленый. Я сейчас по какому-то синему стреляю. Вот они гасятся. Будем наблюдать. Кто так, на разворот. Ах ты ж! Получай! На! Минус яблочко. Это было красиво. Кто у нас получается победитель? Слик. Нет, еще двое осталось. Проент и... А, Проент еще? А, Проент? Да, так он... Ну, давайте понаблюдаем. А где Проент? Я его не наблюдаю. А, вот он. Минус Проент. А, Проент был синим, который... Я умер. Все, я выиграл. А, ну все. Получается, Слик затащил? Да. Красавчик. Получается, пока что по одному баллу у тебя и у Слика. По одной победе. Ребята, самый интересный бой, мне кажется, будет на этих тачках. Так что выиграет сильнейший. Третий бой начинается через 20 секунд. Разъезжаемся. Все, я готов. Димас, знаешь, что прикольно было? Если бы на этих тачках еще бы сделали, что типа можно было добавлять какие-то улучшения. Типа, знаешь, увеличить броню, но скорость теряется. Я вообще сейчас буду ждать, пока останется последний. Ну все, раз, два, три, бой начался. На этих тачках самое классное гонять будет. Так, ждем. Тишина, никто не перестреливается. Как-то подозрительно это все. Я вообще жду, пока... Я спрятался, я жду, пока один останется. Ну ладно, я выезжаю из своего укрытия. Время. Чувак, успех. Тихо. Кто взрывает? Я слышу, выстрелы идут. Ой, слышу. О, я вижу. А? О. Я вам все проект, минус проект. Норм. Еще я буду на синей машине кататься.
Минус кик. Димас, папа, ты затащи. Ты был в друзья. Я его сейчас затащу. Папа, ракеты. Есть. О, нет. Газуй. А, я живой? Я один остался? А, про. Я убил про Энда. Есть. А яблочко? Я выжил. Смотрите, машина, конечно, пострадала, но я затащил. Вы готовы, дети? Да, капитан. Я не слышу. Ребята, если вы кушаете, приятного аппетита. Точно, видите? Капитан. У нас отличное настроение с пацанами. Мы готовы воевать. Тяжелые танки и серьезные пацаны. Я даже не вижу, кто тут двигался. Танк. Все на месте, короче, застыли и стоят. Я тоже вижу первый танк. Видишь, да? Опа. Это синий танк. А-а-а, больно. Валим. У нас это ты. Получай снаряд. Я вижу танк. А-а-а, я горю, у меня жопа горит. Ах ты. О, да. Губка-бобушка. Так, ребята, у нас поменялась немножко команда. Теперь я играю с Диманом покемонов против Слика и Яблочка. Я тут пока разведаю, что тут да как. Ага, я с тобой буду ехать, потому что надо прикрытие. Бывает, резко начинает нападать. Вот отсюда их палить. Вон они, справа. Да. Поехали на большой мост. Понял, вижу. По тебе стреляют, да, Диман? Оба поехали в нашу сторону. На shift газу, если что. Я их вижу. Огонь. Да, а мне палят. Меня убили. А, уже начали? Да, все, начинаем, ребята. Кто же такие говорите? Мы забыли сказать, мы начали. Стой, не выглядывай. Я не выглядываю. Один поехал по мосту, где мы недавно были. Вон он, вижу. Видишь? Стреляй, я... Димон, по тебе стреляют. Уезжай. Я валю. На shift, просто уезжай, на shift. В сторону хангара поехал. Все, я понял, где они расположены. Вон он один. Вижу. Вижу. Это ты на их базе? На меня. Минус Димас. Это было сильно. Почему так сложно играть в танки? Вы, наверное, пацаны просто наигранные, да? Так, я буду наблюдать. Кинотеатр у меня здесь военных действий. Так, Диманчик еще свеженький. Хотя не, они его подбили. Он при базе возле моста большого. Понял. Вижу. Давай окружаем. Здорово, Димас, я сзади. Ай-яй-яй, Димончик, ну классно. Сейчас мы по вам будем стрелять. Надо просто, Димончик, правильно выбрать тактику. Один по мосту едет, один со стороны моста обратно. По какому? Который большой справа от нас. Понял. Попробуй подамажить его. Один не пойму, откуда ты стреляешь по мне, это вроде с моста как раз таки. Так, ты... Как пока это? Так, я вижу их. Диманчик, я одного гашу. Я вижу, ты залетел к ним на базу. Один едет с моста, сейчас прикроет. Да, Димас, давай, держись. Я пойду нападать. Давай. Куда? Задний ход. Один. Я к тебе. С какой стороны? Один, короче, со стороны водонапорной башни, он прям за ней стоит. Понял. Так нечестно. Вижу. Черный бат. Дима, беги. Мне надо ему это. Уничтожай. Он застрял. Ну ладно, пусть. Кого-то слили, да? Ты меня слил. Так, подожди, а где еще один танк? Димончик, мы сейчас хорошо с тобой играем. Ищу. Я его хорошо дамажнул. Так, я тебя вижу. Видишь, Димончик, меня? Да. Все, давай, короче, встреч. Я тебя нашел. Гутер танк. Димончик, он здесь. Здорово! Димас, на мосту, Диман, по мосту так и едь. Прощай, Дима, ты был хорошим. Блин, опять. Ну, Диман сейчас тебя убьет. Че ты радуешься? Диман, по мосту так и едь. Пошла атака. Блин, так прям классно. Ну. Кто кого? Диманчик, давай. Я его хорошо дамажнул уже. Нет. Похоже, он. Yes. Блин. Нет. Ты туда прям дулом смотришь, а не за скалами. Выезжает, Димончик. Тихо. А, я стою. Мосту, я почти видел. Попал, газуй. Стреляй. Давай выезжай. Классно, ребята. Вдвоем, это офигенно. Все, я перезарядился, Диман. Вон они. Где? Димончик, вон, спереди. Сзади, у Димона на мосту.
На мосту! Я останавливаюсь, стреляй! Стрельнул. На нам, блин! Сейчас буду их дамажить себе с это. Промахнулись, Диман! На! Нет, Диман промахнулся! В скалу! В скалу промахнулись! Стреляй! Блин! Это было второе попадание! О, промахнулись! Стреляй! Не могу! Ай, по гусеницам! Это ж было третье! А больше, больше выстрелов надо. Тихо, тихо, Димас. Стой, Диманчик, сейчас. Ай, все, стреляй. Горят, последний удар. Не могу. Не могу выстрелить, не могу. Последнее пробитие. БТР и танк, скорее всего, тоже. Высовывайся тихонько, вот так вот. Стой. Во. Они сейчас слева будут. Вот на них. Я знаю, что они вот там вот. Ждем их. Вон они. Вон они слева, видишь? Тихо. Я не вижу. Вон стреляй, слева, уезжай, Димон, задний ход, тупо газуй. Вижу. Газуй. Диманчик, молодец, нормально. Все, я готов стрелять. Давай. Я их не вижу. Вот, впереди. Стреляй! На! Горите! Они уже горят! Прощай! Последний раз! Перезарядка! Блин, да что ж такое, а? Народ! Это вообще прикольно. Почему же сразу проиграть, Димас? Не знаю. Это вы у нас постоянно проигрываете. Да ладно. Вы пока что не выиграли еще ни одной катки на этих. Вы просто специально всю ночь играли, чтобы нас потом выигрывать. Ну что, вы готовы? Руку нарабатывали. Ну все. Не знаю, что вы там ночью руки разрабатывали, что вы там делали, не знаю. Да блин, я не знаю, как за пушку пересесть, мне не пересаживать. На двойку, Диман. На двойку. Сиди за рулем и двоечку нажми. Во. Все, мы начали. А за руль обратно единичку. Все, ребята, мы начали. Все, газуем. Да. Жгем гусеницы. Конвоем, короче, и едем. Они оба поехали в конвой на правую сторону. Понял. Да, все отлично. О, вижу. По мосту едет, в правой стороне. Один Я здесь чекаю. Ай, откуда? На мосту один. Димас на мосту. На каком? На правом. Он уезжает. Попробуй попасть. Я не вижу, откуда стреляют, представляешь? Блин, тут кусты вообще неудачные. Сквозь них проехать нельзя. Да, они тут какие-то каменные. Они не просто каменные, они железобетонные. Я их не полю. Я вижу, серьезно, вижу одного. Вижу. Едет. Димочка, мы идем за тобой. Димочка, покемон, мы тоже идем. Вижу. Мы вас не боимся. А я не вижу никого. Я тоже никого не вижу. Где вы? Засали, блин, да? Я опять куст врезал. Чап ковровым начало. Сам-то уехал. На! А, он Абдин обошел со спины. Хе-хе-хе, гасанул вас. Молодец, Димончик. Все ясно. О! Гутер танк. Прощай. Яркий танк. Получай снарядик. Горишь, да? Нет. Ну, нет, ты горишь. Я тоже горю. Дима почти умер. Я не убил тебя? Я думал, тебя убил. Ника, а я зашел со спины. Димончик, давай, на тебя вся надежда, как всегда я слышу. Что-то я плохой танкист. Ну, может, только сегодня. Бывают такие дни, когда я хорошо... Ой-ой-ой, Димончик. Ну, поехал. Ты хоть раз Димона ранил? Клик. Ты хоть раз Димона ранил? Да. А, так получается, я тебя все-таки убил. Да. Нет, ты вовремя Димона убил. Да, я убил его, ты меня убил, все сходится. Я же думаю, опа, давайте, танковая бойня. За угол, уходи, Диманчик. Блин, точно World of Tanks? Так вот он рядом с тобой. Вон он, Диманчик. Слева, вот за горы выезжает. На, уходи, Диман, уходи. Он промахнулся. Блин, отлично. Я так нервничаю. Не могу. Хочу затащить. Будем на крыше здесь стоять. Обычные зрители. Так, вот он. Диман. Слева, Диман заходит. Вот он, слева. Сзади тебя уже получается. Да я, Диман, назад, вижу. Назад. Ты видишь? Я просто... Он сзади. Я переживаю просто очень. Он сейчас тебя убьет. Вижу. Димончик, давай. Уходи, задний. Стреляй. Он промахнулся. Диман, ты классно играешь. Лучше, чем я в 10 миллионов раз.
Он горит. Он уходит. Ай, Диманчик, он просто валит от тебя, он засал. Он едет с тобой. Догоняй его. Мы сейчас будем играть. Ох, какой дым идет с движка. Нет, стой, валит. Он едет с тобой, подожди его. Догоняй, догоняй. Диманчик, ты обязательно за ним прям гонись. Ты его с этого угла. Вот отсюда, стреляй, не выезжай. Вон он. Диманчик, сейчас ты в него попадешь. О, ты правильно, кстати, делаешь, ты сюда едешь. Все, можешь молодец. Здесь на дальних расстояниях, да, будете воевать? Ты как все переживает. Тот ТВ подсказывает, а я Димона подсказываю. Нормально. Так интересно. Блин, это Гаррис Мод, он такой гибкий. Вообще, может, такие вещи делать? Вон он стоит, за камнем прячет. Вон, уезжает. Попал? Уезжай, уезжай, уходи. Он горит. Пал, он самоубился. Наш десант не сдается врагу. Разбился, да? Все, выиграли. Я упал в воду. Выиграли. Все, Диманчик, мы выиграли с тобой. Мы уже вся. Мы готовы. И мы готовы, ребята. Ну что, решающий бой. Кто из нас затащит? Тачки классные у нас, конечно. Они мне очень нравятся. Давай, бери себя Димас или Димона, я тоже. Я, кстати, на запись еще и другие карты понаходил. Ой, тоже я вижу в стиле одного. Вот таком вот повоевать. Стреляй, не думай, стреляй. Диманчик, ты их видишь? На. О, ты убил? Да. Эта тачка имеет свои качества. Вот ваша бронирована получается. Наша быстрая. Да, наша быстрая. Вот эта скинда Хох, она что, имеет хорошее вооружение, что ли, получается? Не знаю. Все, остался, кто у нас последний остался? Слега остался. Димончик, да? Я тебя вижу, ты справа там едешь. Кружим. Не знаю, кто ты, но давай прощай сейчас. Ой, если же перестрелка, надо как-то... Самое интересное, смотри, сколько ты по нему выстрелил. А-а-а, Димончик, на тебя вся надежда, как всегда, ты затащишь. А я тебя не вижу, Димон. Мы когда с Димоном-то столкнулись... Ой, так Димон еще и дымится. Кстати, карта очень подходит, да, для таких вот перестрелок? Да, нормально, да. Да, нормально. Наблюдаю. Так, Димас, а ты где? Димончик. Аккуратно слева! Аккуратно слева! Я еду, он не попадет по мне. Попадет, Димон, ты попадешь. А Димон вообще в другую сторону поехал. Нет, я в воду упал! Димончик, мы с тобой выиграли опять. Мы все-таки победители. Как умудрился в воду упасть? Но оно быстро, я не успел затормозить. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия и подняла вам настроение, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!